Чебоксары прибыл скальпель детских хирургов. О том, что это такое, в следующем материале. Огромный скальпель из медицинской стали. Конечно, никого им не оперируют, это специальный символ. Его уже более полувека передают из города в город вместе с правом проведения Всероссийской конференции по детской хирургии. В этом году скальпель в Чувашии, а значит, что впервые в апреле 2016 года столица республики примет у себя лучших детских хирургов и других медицинских специалистов со всей России и стран ближнего зарубежья. Решение о том, в каком городе будет проводиться, обычно принимается президиумом Ассоциации детских хирургов и обычно выбирают город там, где наиболее динамично развивается детская хирургия. Мы одни из передовых в детской хирургии по продвижению самых новейших технологий, прежде всего эндоскопических вмешательств. И надо сказать, что мы, возможно, один из немногих регионов нашей страны, где подавляющее большинство операций делается без больших разрезов. Рядом со скальпелем значки с эмблемами студенческих научных кружков по детской хирургии тех городов, которые уже принимали у себя конференцию. Совсем скоро среди них будет и чебоксарский значок. Проведение конференции у нас означает, что принять участие в ней смогут сотни чебоксарских студентов мединститута. А некоторые окончательно решат стать детскими хирургами и реаниматологами. Впрочем, главная мечта, наверное, любого детского врача, чтобы у них было как можно меньше работы. Скальпели большей частью лежали без дела, и все дети были здоровы. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика.